Ну, вообще у нас 32 койки места, 28 коек – это именно вот жилые, которые комнаты, и 4 койки у нас в изоляторе. Ну, как бы это для временного пребывания, когда они к нам поступают, то есть они в течение недели должны пройти медицинские обследования, сдать анализ крови там на ВИЧ, на СПИД, вот, и как бы, ну, это в течение недели, да, а потом их переселяем в жилые комнаты.